Каждый месяц за помощью в Центр занятости населения города обращаются до 70% граждан. Как правило, это люди, которые остались без работы не по собственному желанию. Увольнение, сокращение или просто отказ в трудоустройстве. Ситуации бывают разные. Главное – вовремя встать на учет. Если в летний период число безработных на курорте составляет 0,2%, то в зимний увеличивается до 0,6%. На сегодняшний день предприятия нам предоставили более 10 000 вакансий в течение года, а сейчас в базе данных у нас около 800 вакансий. Наиболее востребованные профессии рабочие – это водители, охранники, диспетчеры, санитарки, операторы котельных, операторы стиральных машин, операторы насосных установок, подсобные рабочие, дворники. Среди специалистов среднего звена – это воспитатели, медицинские сестры. Среди специалистов высшего звена – это врачи, учителя начальных классов русского языка, литературы, математики, истории. Это специалисты по социальной работе, инженеры различной специализации. Каждому посетителю индивидуальный подход. По словам специалистов, в этом году посещаемость граждан увеличилась. Если в силу каких-либо причин вы пополнили список нуждающихся в работе, обращайтесь в службу занятости курорта. Здесь вам обязательно помогут.